Речь идет о настоящей архитектурной жемчужине, стоящей в центре Афин и смотрящей на Акрополь и Парфенон. Ранее на этом месте находился более древний храм, который в течение какого-то времени использовался в качестве кафедрального собора. Это храм Святого Димитрия в районе Псири. Храм Святого Димитрия относится к типу крестообразных, купольных, четырехколонных храмов с поперечным нефом и вытянутым западным пределом. В храме два предела. Южный предел посвящен святому Тимофею и Мавре. Иконостас храма деревянный, вероятно, 1850 года, с элементами классицизма и византийского искусства. Храм богато украшен и искусно расписан. На куполе изображение Вседержителя, на барабане минус 12 апостолов. На парусах 4 евангелиста, а на внутренних сторонах арок 16 нагрудных изображений пророков. В нише алтаря царит образ Богородицы, Владычицы Неба, а сразу внизу образы шести иерархов в полный рост. В нише жертвенника – сцена Рождества Христова, а в ризнице – снятие с креста. Роспись церкви в общем своем направлении следует западным образцам, но общий внутренний облик храма создает ощущение традиционности. –